Sun is coming up, are you ready to go? We can take a ride, we can take it slow. Your will is my law, I'ma let you be the boss, cause I'm going. Всем привет! Вы на канале Марк Влад Фэмили Ченнел. Я знаю, прошлый челлендж вам очень понравился, и мы решили снять новый челлендж, в котором будем готовить смузи. Вы готовы, ребята? Да! Ну что, приступим? Кстати, о наших небольших правилах. У нас здесь есть определенные продукты. Мандарины, клубника, майонез, нутелла, яблоко, мороженое, сахарная вата, капуста, скитлс, чипсы, бананы, йогурт. А также есть два интересных поля. Это обмен. Если попадает на обмен, то у нас меняются мисочки. Ты хочешь, чтобы твою мисочку взял Марк? Нет. А если у тебя невкусное, а у него вкусное, хотел бы? Да. Так, здесь у нас будет интрига. Ну что, начинаем? Да. Да. Кто будет первый, мы узнаем как. Камень, ножницы, бумага. Погнали. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Погнали. Я хочу мороженое! Мороженое! Получи свое мороженое. Теперь я! Ура! Я хочу Ура! Получай свою нутеллу. Возьми свою ложечку нутеллы, а вот и еще одну, чтобы было вкусненькое. Кручу я! Я хочу клубничку. Скидывай. О, что я мне не выпал? Ууу, как мне повезло. Так, а вот тебе и скидывался. Будет у меня разноцветная вот смузи. Красота. Радужная смузи. И я хочу. Яблочки? Ура! Яблочки, это вкусно. Тебе яблочки. Я буду шоколадные яблочки. Так вот. И вот так вот. Только бы обмен не попался. Я хочу себе клубничку. Бананчики. Специально для смузи. Это не клубничка, но тоже очень вкусно. Зато не обмен. Так, Марик у нас получил бананчик. Маленько бананчик у мороженого. Теперь я кручу. Опять яблочки? Как? У тебя прям супер яблочный смузи. Ура! У меня будет супер яблочный смузи. Получи. Подпишитесь на канал, приглашайте своих друзей. Вот тут кнопочка. Я хочу себе клубничку, ну, либо сахарную вату. Так. Опять скидал. У нас тут получается двойные запуски. Ингредиенты. Владик у нас по яблочкам, Марик у нас по скидался. Сладости, сладости. Вот, мне вон поел. Теперь я кручу. Влад, а ты хочешь себе обмен? Кому-то попался майонез. Короче, я получаю клубничку. И получаешь обмен. Опять скитлс. Владик, а ты хотел бы скитлса столько много? Да. А знаешь, что для этого нужно сделать? Обмен! Теперь я кручу. Только не обмен. Смотрите, сейчас я кручу барабан и падает обмен. Ну почти. Я опять яблочко. Перешла к Марку по яблочкам. Теперь я кручу. Сейчас не будет опять обмен, смотри. Клубничка, клубничка. Клубнички. Как красиво получается. Влад, очень получается красиво. У меня очень красиво получается. Получаю обмен сейчас. А по цвету они очень похожи. Какая каша. Йогурт и майонез.
Теперь я кручу его. Только не мои. Вот тебе. А, это Владику. Теперь уже все. Не повезло. Повезло твоему. Теперь у Марика скитов. Я кручу. Майонез! Достать! Не надо! Не надо, ноу! Ой, у меня воронина! А чё обмен? Чипсы! У меня самый отвратительный смузи. А у меня самый крутой смузи. Невкусно. Теперь я кручу. Сейчас будет обмен. Привет. Нет. Теперь у нас вместе карамбас. Обмен. А вот и еще одно яблочко. Я кричу. Обмен, обмен. Возьми клубнички. Им нет. Да. Не выпал обмен. Обмен. Бананчики. Теперь я кручу. Бананчики. Да, я покрутил. Ура, твоя блядь. Сейчас я еще выбью обмен, пожалуйста. Почти сахарная вата! Тебе выпала, Марк. Вот такая вот вата выпала. Вкусная капустка? И мне дай. Кружи, барабан. Обмен. Ну. Зато у меня капустка. Ура! Обмен! 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 Спасибо! Крути! Да. Еще обмен! Я хочу еще обмен! Нет! Так, и яблочко! Марк, так, последний круг! И обмен. Обмен! Ура! А если вот сейчас будет обмен, и прошел обмен. Владик, твой последний. Только не обмен. Только обмен. Только не обмен. Йогурт. Но зато не было йогурта. Смотри, очень хорошее сочетание. Мне по виду нравится. Вот посмотрите. А мне не нравится. Красота-то какая. Так, у Марка какая красота. Вот такая. Теперь мы все это заливаем молочком. Вкусно. Молочко, молочко.
Мое молочко. Так, и... Будем смешивать. Мы идем смешивать. Сейчас будет гадость и не гадость. Так, и у нас второй смузи. Запробуем? Да. Так. Выглядит вкусно. Чей? Какой? Это мой. Пробуй, пробуй. Нет. Давай, я попробую. Нет. И там не вкусно. Дай-ка попробую. Так, мы закончили наш челлендж. Ребята, вам понравилось? Да! А кому еще понравилось, пишите, пожалуйста, в комментариях, ставьте лайки, приглашайте своих друзей на наш канал. Всем пока! Пока!